to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey. Кем я хочу стать? Хочу стать сильным, независимым мужчиной с деньгами. Я хочу поступить либо в технологу, это которая на мира, либо на аэровокзальную. Это Санкт-Петербургский филиал гражданской авиации. Я буду диспетчером, Я хочу... Я не знаю, кем я хочу стать. В идеале было бы стать бизнесменом. Но для этого, не знаю, может какие-то иметь дела с компьютерами или с экономикой. Поступить я хочу в СФУ, в Институт информатики, прикладной математики. Не знаю, в планах поступать в технологический пищевой. Ну да, это душа тянется к этому. Может, еще и с мамой передалось то, что она как бы тоже была кондитером. Да. После школы я собираюсь поступить в Сибирский федеральный университет, чтобы отучиться в нем и получить высококвалифицированную работу. Ну, я только по экзаменам ориентируюсь, то есть какие нужны предметы. Там я самые популярные выбрал, вот я их стою. Ну, я собираюсь пойти в СФУ, в политехнический. Хочу поступить на факультет электроэнергетики. Ну, физику хорошо знаю, поэтому я туда и собираюсь идти. Альтернативы есть, но я их как бы не помню чуть-чуть, поэтому основное направление идет туда. Да, собираюсь идти на инженерию, то есть сейчас это востребовано, сейчас это нужно. И как бы душа лежит к этой профессии, я собираюсь туда пойти. Как все сложно, я даже не определился, куда поступить это, куда возьмут. А вот кем стать, наверное, тоже кем получится. После школы я собираюсь поступить на информатика, то есть на программиста. Я планирую создавать программы в будущем после института, упрощать жизнь людей программами с помощью сайтов. Вот. Пройду в СИГАУ на инженерно-экономический факультет. На батику. Думаю, у меня все получится в себе. Вот. Я хочу поступить в СФУ, либо в аэрокосмический. Ну, кем пойду учиться? Ну, смотря как экзамены сдам. Вообще хотелось бы поступить, наверное, в СФУ или в аэрокосмический институт. Ну, я бы хотела быть дизайнером и поступить именно на дизайнера. Ну, я не знаю, получится у меня или нет, но я буду верить в свои силы. Я пойду в педагогический и хочу стать учителем английского языка. Хочу стать инженером, поступить хочу в политех. Автоспорт. Только автоспорт мне нравится. Да. Я буду... Ну, для начала я буду заниматься спортом. Это чтобы стать сильным и независимым. Потом я буду думать, как заработать деньги. Ну, я еще буду учиться, потом я, у меня будет много-много денег, я буду путешествовать. Торжественный момент вручения аттестата. Неповторимость юность, юности пора. Ты будешь помнить трепетное свято о тем, кто стал для вас примером света и добра. Июнь и юность, два заветных слова волнуют нынче вас, выпускников. И вы сегодня трепетно готовы сказать учителям немало теплых слов. Выпускники, вам держать ответное слово.
последний аккорд, пока скрипачек тара, им исполнением души стоим сейчас перед вами, кривою без берегов, волнение, радость и страх, и нам кажется мы что-то еще не сказали. Скупое слово спасибо про этот импульс любви, про этот трепетный свет, про то, что ваши глаза так безмерно красивы, так вдохновенно красивы. Мужа, как в ране, застрял в осколке беспомощных фраз и слов, что бессильны, как предательские слезы, забили нам горло, а нам хочется крикнуть, как вы красивы. Как мы будет чем-нибудь заниматься.
заниматься. Антон наверняка станет программистом. Сам хорошо разбирается во всем этом. Так что... Сережа, наверное, станет капитаном команды Крым. Что касается моей подруги Жилики. Она, я думаю, была бы хорошим специалистом хореографии. Была бы хорошим хореографом. Все-таки она хочет связать свою жизнь с МВД. Банкир, это мой Игорь. Молодец, бизнесмен станет. Я знаю, он сможет. Ну, Марина и Юля станут учителями. Никита Галушкин, который он может стать летчиком. Женя программистом, Антон программистом, Артем. Вот я не знаю, кем станет Артем. То ли он экономистом, то ли еще кем-то. Это тоже загадка. Вижу Игоря каким-то мачо-меном, пикапером, не знаю, человек, который будет всю жизнь отрываться. И Юлька. Юлька тоже станет хорошим педагогом, потому что она умеет ладить с детьми. Это хорошо получается. Ну, то, чем будет заниматься, я даже не знаю вообще, но мне кажется, что большинство, ну даже не большинство, а половина класса точно все-таки поменяется тоже. То есть, как бы, передумают идти на кого-то. То есть, определенное количество времени отучится, а потом, а это не мое, бросит, или хочу куда-нибудь. А так, я не знаю, верю, надеюсь, что они станут как бы успешными, то есть добиться не пожалеют. Да, я определенно верю, что мои одноклассники смогут добиться высот и своих желаний в своей будущей жизни, так как у них есть все шансы, все навыки и желания, и стремление к этому. Марина станет хорошим педагогом, у нее это хорошо получается, она довольно-таки грамотный человек, умеет правильно поднести какие-либо вещи, формулировать свои мысли. Единственное, кого я вижу четко и отчетливо, это Артем во главе партии НТПР, преемник Жириновского. Девочки, не знаю, девочки, некоторые учителями хотят стать вроде. Может, наш Вася может стать каким-то музыкантом, но музыка его увлекается. Музыкантом он может стать. Сережа вот тот человек, который может стать кем угодно. Он уже танцами увлекается, но скорее всего, это в принципе, он старается связать с этим. Рок, только рок. Ну, большинство классов у нас отличники, ударники, наверное, станут какими-то хорошими людьми. Тёма, бизнесмена, и Игорь тоже. Света очень творческая личность, разносторонне развитая в этой области. Либо художник, либо поэт. Помним все. Улыбки, крики, слезы, обиды, споры, записи в дневник. В руках и в сердце первые занозы. Мечты о сладком слове выпускника. Да, были неприятные мгновения. Но в этот светлый праздновый час мы просим учителей прощения за все, что им стерпеть пришлось от нас. За все стихи, что мы не рассказали. За все шпаргалки, что пришлось искать. За то, как мы в штыки все принимаем, заставляли вас переживать. Спасибо за терпение и силу, за то, что рук никто не отпускал. Бывали мы порой невыносимы, нас любили, каждый это знал. Фундаментом для жизни школа стала. Есть все, чтобы построить крепкий дом, достичь вершин, кредитов не достало, ненадолго в класс родной зайти потом. В этом есть свое очарование, ведь каждый взгляд уже с ним подходил. За опыт, силы, мудрости и познания мы искренне всех вас благодарим. А сейчас, уважаемые учителя, для вас будет исполнена песня нашего класса. Пятно над морем восход.
все, что я должен видеть, маленький глупый смысл. Когда-нибудь я продолжу полет. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Куда бы мы ни летали, вспоминай, 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 вспоминай. Город из тех, что хочешь, хочешь быстрее покинуть. Песни полярной ночи во сне. Я рассекаю небо над ледяной пустыней. Я рассекаю небо во сне. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Куда бы мы ни летали, вспоминай, 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 вспоминай. Вспоминай, 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 вспоминай. Не надо. Кладбище самолетов я никогда не стану частью больших историй, и пусть солнце утонет в море где-то там за домами, я непременно вскоре проснусь. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Куда бы мы ни летали, вспоминай, 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 вспоминай. Вспоминай, 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 вспоминай. Вспоминай, 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 вспоминай. И надо. За сколько, за каком промежуток времени технологии развились от такого ноутбука до такого ноутбука, я думаю, что вполне вероятно, что будут технологии пожестче, чем сейчас. Многие реально автомобили будут уже работать на электромоторе, и будет какой-нибудь достойная альтернатива двигателю внутреннего сгорания. А у нас с чем-то еще таким удивительным невозможно удивить, но если только если нас переселят на какую-нибудь другую планету. Развитие науки и техники не останавливается ни один день, и мы определенно сможем добиться всех тех высот, всего того, что мы мечтаем. И то, что казалось нереальным буквально 20 лет назад, сможет стать реальностью, но если мы все будем работать слаженно и вместе. Сейчас о чем мы не думаем точно, так это о новых источниках энергии.
То есть у меня факультет это электроэнергетика. И может быть лет через 10-15 мне удастся с другими найти новые источники энергии. Не то, что сейчас существует ГЭС, ТЭС, все вот это вот есть. Можно не получится создать какой-то новый, и который будет более удобный, более выгодный для нас всех. Ну, это я еще не знаю, но... Если... Ну да, летающие машины были... Ну, я думаю, это возможно, но это не в ближайшем будущем. Ну да, думаю, все-таки великие изобретатели дойдут до этого. Я хотела про книги сказать, что они, ну, перестанут их использовать. Все больше будут в электронном виде все читать. Это ужасно. Медицина должна улучшиться, как бы. И да, вот летающие машины, вся вот эта вот штука, наверное, будет. Ну, хотя я мало сомневаюсь, ну, точнее, я сомневаюсь, что будут эти летающие машины. Все останутся при колесах. Когда смотрю со сцены в этот зал и нахожу мгновенно без ошибки знакомые, любимые глаза и чьи-то добрые, отдушные улыбки. И каждый день своими для всех. Благодарим родителей не наших. Заслуги наши – это ваши все. Старания, ласка и забота ваша. Мы из класса в класс переходили, набирали знания и росли. Все, чему нас в школе научили, все осили, вы нам помогли. Спасибо вам за каждое мгновение, за каждый час и день в году. Участие, любовь и вдохновение, терпение, тепло и доброту. За все, что сделали из нас в эти годы, мы очень-очень вас благодарим. За все старания, поддержку, всю заботу. Спасибо вам большое, говорим. Дорогие родители, вам научились отличать плохое от хорошего, правду от неправды. Вам, кто все эти годы помогал, советовал, настаивал и убеждал. Вам, добрым и строгим, терпеливым и заботливым, посвящается. Повторим за все, что есть у нас.
школу. Мы сохраним навечно в памяти своей. И в нежном ритме большого слова мы вспомним ли чудесных школьных дней. Последний школьный вальс, и радость между грустней. Мелодия плывет от школьного крыльца. Закончен школьный день. Сегодня в классах пусто. Звучит прощальный вальс, и грусти нет конца. Thank you.
Девушка.
Спасибо вам, учителя! Вот и все, последний сдан экзамен. В зале отзвучал прощальный вальс. Добрыми и грустными глазами окна школы провожают вас. Желаем вам шагать по жизни смело, желаем счастья каждому найти. Пусть будет, что каждому хотелось. Дорогу, друг, счастливого пути! Дорогие выпускники, уважаемые гости, торжественная часть выпускного вечера объявляется закрытой. До новых встреч! Ну, мне бы хотелось, конечно, жить в самом городе или переехать в Питер, в город моей мечты. У нас появятся новые знакомые и друзья. И забудем друг друга. Возможно, некоторые будут общаться. Я знаю очень мало людей, которые после школы до сих пор общаются. Дороги, ну, это вряд ли, но это опять та же ситуация, когда нужно мозги, силы совместить. Я бы уехала куда-нибудь в какие-нибудь теплые страны. Да, конечно, мы будем очень часто видеться, ведь мы дружная команда, все-таки мы проучились 11 лет, хотя некоторые из нас пришли намного позже. Однако мы стали для друг друга не только как друзья, но и как семья. Мы заботимся друг о друге и пытаемся поддержать эту жизнь. Не, просто некоторые считают, что прожить жизнь там в одиночку, а у меня как-то, не знаю, сразу сложилось, что жизнь складывает так, что у тебя семья, дети, вот так вот. Жить тогда самого себя одного обеспечивать, это легко, бомжи так живут. А, как правило, если ты хочешь содержать там семью, то приходится задуматься о том, кем ты хочешь стать и как тебе содержать эту семью. Хочу пожелать, чтобы работа, на которой мы будем работать в будущем, нам всем, приносила только удовольствие, чтобы мы вставали по утрам и шли на нее с улыбкой, а не как на каторгу. Перестань лениться. Это все, что я хочу себе сказать. Ну, мне кажется, старость будет очень веселой. Будет что-нибудь, так скажем, внуков посмешить. Хочу сначала попутешествовать в несколько стран, съездить. Потом уже выбрать одну, которая понравится, и туда приехать. Я надеюсь, что я буду ходить на свою работу с улыбкой. Люди, как вы красивы. Пусть каждый импульс тепла, пусть каждый импульс любви, отраженный вдвойне к вам вернется обратно. Пусть этот трепетный свет собой заполни весь мир, утешит и исцелит, умноженный многократно. И даже в страшной беде самый горестный час, пусть вас не оставят светлые силы, чтобы вы не сломались, не очерствели, чтобы вы помнили, как вы красивы. Люди, как вы красивы. Не расширяйте.
этих последний аккорд, погасли прожектора, и я стою посреди опустевшего зала, рекою без берегов, волнение, радость и страх. И мне кажется, я что-то еще не сказала, что-то важное вам не сказала.